восстанием машин в наше время никого не удивишь. А то, что предстоит увидеть участникам RoboArt 2019 года в ИГУ, поразит даже самых искушенных зрителей. Каждый из участников находит что-то свое. Это возможность для самореализации, прежде всего. Это возможность показать, что ты можешь добиться успеха, занимаясь робототехникой. RoboArt – это настоящий праздник технической мысли и новых идей. Все дети, которые участвуют в подобных фестивалях, и неважно, технические они, художественные или какие-то еще, вот, они уже станут глубже и интересней. Они будут ходить вместе с нами по улицам, и нам будет просто комфортней с ними общаться и находиться. Мы в своем кружке создали ультразвуковой локатор для слабовидящих. То есть он помогает ориентироваться в пространстве людям с патологией зрения.